Накануне в Димитровграде случилось событие общероссийского значения, или даже мирового. В Федеральном центре медицинской радиологии провели монтаж циклотрона, который специалисты называют не иначе, как сердцем будущего медучреждения. Гигантский высокочастотный ускоритель весит более 220 тонн, больше сотни каждая часть. Для проведения работ даже пригнали огромные краны, которые были задействованы в строительстве переправы через Керченский пролив. Протонный ускоритель разгоняется до скорости света и направляется точно в опухоль. Это позволяет лечить пациентов, не задевая здоровых участков ткани. В строящемся центре будут не только проводить операции, но делать лекарства по собственным рецептам. Все это потребует большого количества высококлассных специалистов. Вот уже первые 180 специалистов со средним профессиональным образованием в этом году закончили МИФИ. Значит, параллельно мы за последние 3 года в 2 раза увеличили, и Владимир Ильич нам очень активно помогал, Министерство здравоохранения, количество мест, целевых мест на обучение врачей в здравоохранении. Причем мы эти целевые места, значит, распределили сразу по нескольким регионам. Уникальный центр станет первым в России и крупнейшим в Европе. На его строительство общей сложностью идет более 20 миллиардов рублей. И неудивительно, что всех интересует вопрос, когда же центр откроет свои двери для пациентов. Мы четко понимаем, это декабрь 2018 года, это мы никуда не сдвигаемся, нам все понятно. И по деньгам, и по срокам мы абсолютно укладываемся. Причем мы сейчас идем без какого-либо отставания. Соответственно, но первые корпуса, они начнут работать раньше, да, и ПЭТ-центр начнет работать, в конце этого года будет сдан нам, и, соответственно, мы начнем его осваивать в 2017 году, и протонный центр. Проведут первую ПЭТ-диагностику в новом построенном корпусе, который позволяет выявлять онкологические заболевания на самой ранней стадии. Запустят первые протоны и высокоточный ускоритель. В том, что работа закончится к установленному сроку, сомнений нет. Ведь несмотря на монтаж циклотрона, трудились строители во всех корпусах будущего центра. Игорь Титов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.